получилась хорошая игра. Я думаю, ребята получили хорошую нагрузку, играли против хорошего соперника. Поэтому 30 минут, конечно, маловато, хотелось бы 45 сыграть полноценный тайм. Ну ничего, получили, я же говорю, нагрузку. Вчера тоже хорошая работа была, поэтому все ребята сегодня выдержали нагрузку. Что сказать, были моменты, хорошие моменты у нас в первом тайме, во втором тоже, поэтому могли и выиграть эту игру. Ну, я же говорю, главное сейчас на сборах это не в первую очередь результат, а наша игра. Поэтому пытаемся улучшить наши связи, наладить взаимопонимание. Поэтому моментами получается, моментами нет. Поэтому что нас тренерский состав попросил, это играть активно, играть высоко, пытаться прессинговать «Шахтер». Все понимают, что это тяжело. Но я думаю, моментами получалось, моментами нет. Поэтому будем улучшать это. Я думаю, уже потихоньку ребята адаптировались. Конечно, в Дубае чуть-чуть было потеплее, пожарче погода. Но ничего, все хорошо. Поэтому привыкаем к нагрузкам, адаптируемся. Все замечательно, хорошие поля, хорошие условия для работы. Поэтому есть все возможности подготовиться хорошо к чемпионату. Сам как? Все хорошо, все замечательно. Поэтому отличный коллектив, отличные игроки, отличные ребята. Поэтому я прекрасно влился в коллектив, со всеми общаюсь. I think it was a good game. I think we had the better chances to score, and I think we played good game first half, and also second half was good. So we showed that we can play good against good teams. Yes, I run from my own half, and I want to cross the defender, and I cross the defender, and then I see the goalkeeper was close to me, so I try one step more and then shoot, and the keeper I think was a good save for me, but yeah, I was disappointed that I am not scored, but I'm hungry for a score also in the competition, so I can learn from this and do next time better. Of course, I think from the first game you see that we make steps, good steps. We play good ball possession. Also today too, against Shakhtar Donetsk, we play very good ball possession. So it's much, much better than last year. And every game you see that we play better and better. So I'm excited to play the competition. I think we have a lot of good players who like to play on ball possession. We have a lot of technical players, and so that's why it's better to have the ball. And if you have the ball, we can dominate the game.